Краевые власти, руководители крупных компаний и начинающие бизнесмены соберутся в выставочном центре «Экспоград-Юг». Губернатор региона Вениамин Кондратьев пригласил всех желающих. Устраиваем большую встречу для малого и среднего бизнеса. Завтра ждем кубанских предпринимателей на форуме Дело за малым. Мероприятие новое. Обсуждать будем, как и куда развиваться тем, кто хочет и дальше поднимать наш край. Возможностей ведь масса. Ждем и тех, кто только собирается стать бизнесменом. Я тоже буду. И готов ответить на вопросы участников. Глава региона ответит на вопросы бизнесменов во время прямой линии. Посетители смогут поделиться своими идеями. Чтобы стать участником, можно бесплатно зарегистрироваться на сайте форума. Его адрес сейчас на экране. Завтра в Краснодаре обсудят стратегию развития малого и среднего предпринимательства на Кубани. Что такое малый бизнес в России и средний бизнес? Да? Сколько он платит налогов, сколько он дает доходов государству? Но очень важно понимать, что малый бизнес дает рабочие места. Рабочие места, если у людей есть работа, это социальная стабильность в обществе. Одна из главных задач форума ⁇ повысить уровень финансовой грамотности кубанских предпринимателей. Для них устроят бизнес-игры, турнир по управленческой борьбе и мастер-классы. Эксперты в области экономики проведут лекции и откроют секреты успеха крупных корпораций.